Первый снег на радость горожанам. Столичные парки второй день подряд полны взрослых и детей, которые спешат насладиться по-настоящему зимней погодой. Вооружившись санками и другими подручными средствами, все от мала до велика отправились покорять столичные горки. Снег как праздник. Некоторым даже разрешили в школу не пойти. Знаете, сколько радости и ребенку, и взрослым. Поэтому не знаю, когда в следующий раз мы еще увидим снег. Значит, мы на санках и сами катаемся, и детей катаем. Поэтому радости, конечно, очень много. Даже настроение другое с появлением снега. Снегом осталось наслаждаться недолго. Синоптики говорят, день-два, и он растает. Те, которые будут все май букаре, где западал под фаче астазь, мэйне, максим, потому что се топеште. Într-adevăr, deja, pentru astăzi, deja, cum am menționat, мы așteptăm să avem valori термичи позитив. По данным синоптиков, завтра ожидаются дожди на юге и мокрый снег на севере. 1 февраля воздух ночью прогреется до +4 градусов по Цельсию.